Делегация Башкортостана провела более 100 встреч с бизнесменами из Турции. Стороны обсудили реализацию совместных проектов. Руководители более 30 компаний республики наладили работу с турецкими партнерами. В частности, подписано соглашение между Уральским пружинным заводом и турецким вагоноремонтным предприятием о поставке в Турцию комплектующих для конвейерного производства спецтехники. В свою очередь, местные предприниматели рассматривают возможность не только наладить поставки в Россию оборудования, взамен попавшего под санкции европейского, но и по возможности локализовать производство на территории Башкортостана. Весомым аргументом могут стать льготы, предоставляемые в республике иностранным инвесторам, а также наличие территории опережающего развития и особой экономической зоны Алга. Мы видим для себя большие возможности в условиях санкционного давления на Россию наращивать поставки своей качественной продукции в эту страну. Это на первом этапе. В дальнейшем, если спрос на наши товары будет большой, имеет смысл строить предприятие на месте. И, конечно, нас очень заинтересовали условия для бизнеса, предлагаемые властями Башкирии. Также делегация республики представила экономический и инвестиционный потенциал Башкортостана турецким бизнесменам. На встрече с представителем российско-турецкого делового совета представители региона рассказали о возможностях совместной работы.